Всем привет! Сегодня 15 сентября. Вот так выглядит моя ремонтантная клубника. Сорт, к сожалению, я не знаю. Мне подарили несколько кустиков в прошлом году. Я потихонечку ее развожу. Вот она еще будет плодоносить. Вон сколько завязей. Какие ветки. Еще и завязывается, и цветет. Вот. Еще как минимум месяц будет плодоносить. Причем побеги этого года тоже плодоносят. На вкус она сладкая, с кислинкой небольшой. Ну, ребенок в восторге, так что у кого есть дети, сажайте, не пожалеете. Вот. Будет у вас клубника до поздней осени. Вот такое коротенькое видео. Все, всем пока-пока. Я вам показала, как выглядит на сегодняшний день, на 15 сентября, ремонтантная клубника. Вот так выглядит ремонтантная малина. Тоже мне подарили кустики, поэтому я не скажу вам, как она называется. По крайней мере, знаю точно оранжевое чудо. Попозже покажу. Вот. Вот такая вот малина сейчас растет. Такие вот грозди. Вот. Еще будет. И будет. Это кустиком второй год. Грозди такие растут, а вот это оранжевое чудо. Тоже кусту второй год, я просто удивлена его мощью. Мы периодически срываем, поэтому не так уж много я могу показать, но так вот она выглядит. Очень крупная, очень. Если сравнивать с ногтем, то вон такие огромные ягоды. Вот. О, какие грозди. Вот это вот оранжевое чудо. По крайней мере, покупала я ее именно под таким названием. И очень-очень довольна. Очень. Она очень сладкая и ароматная. Красная более кислая. Дети не хотят ее есть. А вот оранжевую... За милую душу. Очень нравится детям. Очень сладкая. А вот это малина Таруса. Сейчас она уже не плодоносит. Вот. Какие у нее огромные листья с мою ладонь. Вот. Такие здоровые листья. Но ягоды у нее тоже очень крупные. И очень сладкие. Хотя... О, зацвела. Будет плодоносить повторно. Вот это чудо. Ничего себе. И не одна ветка. На каждом... Это побеги этого года.
решили заплодоносить. Этому кусту уже, наверное, около 5 лет. Вот, мы купили хиленький кустик, одну палочку, веточку небольшую. Вот, с 0,5 метра высотой, худенькую, тоненькую. Ну, вот за 5 лет вот такой, вот это вот все малина Таруса. Вот такой кустарничек получился. Вот. Он цветет. Вот. Цветет. Будет еще малина в этом году. Что-то у нас с природой не то. И собирается вот зацветать. Обалдеть. Ну и здесь второгодки. Вот. Вот такая у меня малина. Сейчас садила черную малину, но мне кажется, что-то там не совсем малина. Ее нечаянно выпололи. Посмотрим, что будет в следующем году. Вроде корень остался. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, кто-то заинтересовался и кто-то приобретет себе такую малину. Если малина Таруса успеет заплодоносить до заморозков, то я вам ее тоже покажу. Все, всем пока-пока и успехов. До новых встреч!